Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня я открываю кейсы, гамма-кейсы в CSGO. Итак, давайте мы откроем сейчас кейсы наши. Но сначала я хотел бы вам сказать, то, что этот кейс совсем новый, и как бы его еще немногие открывали, так как обновление совсем недавно вышло. Я только сейчас узнал об этих кейсах, я сразу их накупил здесь. Поэтому мы сейчас все оружие здесь выпадем, наверное. Хотелось бы, конечно, вот это золотое попасть. Ну ладно, сейчас мы это все попробуем. Итак, давайте начнем. Откроем первый наш кейс. И в первом кейсе у нас пока что выпадает Nova Evo. Вообще оружие как бы очень даже крутое, хоть оно и не такое уж и крутое, но все равно оно новое, и по новизне оно очень крутое. Так, выпадает еще одно такое же оружие. Так, следующий кейс у нас будет, давайте используем этот кейс, и в этом кейсе сейчас мы откроем, и это 5-7, новый, какой-то фиолетовый, Violet Demo. У меня сменился почему-то язык в CS-ке, но это, наверное, из обновления, я не знаю почему, но у меня, короче, язык стал английский. Но я потом поменяю его на нормальный. Итак, следующий попадает TH-9 Ice Cap. Я бы сказал, что это очень даже крутое оружие, мне оно понравилось по цвету. Ну, хотя оно не самое крутое, но все равно по цвету оно самое крутое. Так, ладно, дальше. Хотелось бы, чтобы вот M4 вышла, А1. Или золотое что-то, или вот Glock 18, который ниже вы видите. Так, ладно. И сейчас у нас выпадает SG-553 Yeliao. Так, вот. Не знаю, меня игра немного глючит, поэтому как бы... Ладно, я особо-то не буду снимать так видео, просто покажу вам кейсы и все. Итак, следующий кейс у нас открывает M4-1, yes! Я так хотел, вот он, смотрите какой крутой. Это Dislike Space. Да, выглядит он... Очень-очень-очень круто, конечно же. Но, конечно, его поставить будет очень круто. Хотя он без глушителя, но ладно. И так нормальный. Так, ладно. Так, как он нам еще кейс открыть? Давайте этот. Итак, у нас выпадает сейчас из кейса. У нас сейчас выпадает SG-555 опять. Aerial. Да, он тоже очень красивый, выглядит он очень круто вообще. Так, откроем следующий кейс. В следующем кейсе нам вообще в контейнере выпадает опять TH-9. Ладно, со мной это круто, опять такое же оружие, но ладно. Так, следующий кейс, давайте этот, у нас со мной еще несколько кейсов осталось. Так, в следующем кейсе у нас выпадает сейчас, у меня немного глюч видео, я уже сказал. Ладно, АУК выпадает, Аристократ выпадает там. Да, выглядит оно, короче, очень круто, но ладно. Так, у нас остался один кейс, нам осталось его только открыть. Давайте откроем наш последний кейс. И, в общем, что же я могу сказать еще? То, что вот такие вот кейсы прикольные, вообще... Выглядят они очень круто. Выбивайте кейсы на сайте Nubus Cases. Вы можете перейти по ссылке с Nubus сервера, где серверы для Counter-Striker, для 1.6, Soch и CSGO. Да, очень крутое оружие. Вот мне самое понравилось такое оружие. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Кстати, вы подписывайтесь на мой канал. И всем пока!